саморезы и клепки. Саморез со сверлом предназначен для крепления профнастила и металлочерепицы к деревянным и металлическим конструкциям. В комплект кровельного самореза входит металлическая шайба с резиновой прокладкой. Такие крепления с уплотнительными шайбами более плотно прижимают кровельный материал конструкции, обеспечивают герметичное соединение и препятствуют проникновению влаги в места стыковки деталей, предотвращая появление на них коррозии. Саморезы имеют малярное покрытие с использованием порошковых полиэстровых красок в соответствии с системой РАЛ. Саморезы есть в различных исполнениях цветов. Можно подобрать необходимый в цвет профнастила или металлочерепицы. Саморезы есть по дереву и по металлу. Необходимый размер и его стоимость вы можете уточнить в отделе продаж. Компания «Стандарт Комплект» предоставляет широкий ассортимент товаров, с которым можно ознакомиться на сайте компании. Ссылка находится в описании.